Искитимцы до сих пор пытаются справиться с последствиями еще одной весенней трагедии, которая случилась более 30 лет назад. Наши земляки отправились в Чернобыль по первому зову страны, а теперь ветераны ищут поддержки. В городской администрации состоялся круглый стол общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль». Его участники смогли задать волнующие вопросы представителям различных ведомств. Инициатором встречи стал председатель общественной организации Игорь Манаенков. К нему стали обращаться члены организации с разными проблемами. Жалуются. Вот. И пригласили ответственных лиц. На встречу с членами общественной организации прибыли представители налоговой инспекции, пенсионного фонда, социальных служб и других организаций. Любой из присутствующих смог задать вопрос напрямую специалистам и получить ответ. Большая часть вопросов коснулась медицинского обслуживания. Плохо отработан вопрос о госпитализации чернобыльцев. То есть надо, чтобы хотя бы в год один самый чернобылец проходил лечение. База в Новосибирске для этого есть, госпиталя ветеранов боя, где они могут получать лечение. И здесь я считаю, что органам здравоохранения надо проявлять твердость и последовательность. Каждый может съездить один раз в году, то есть путевки есть, они даже пропадают, туда не обращайтесь. Пожалуйста, приходите в любое время, и отказа не будет. Чернобыльцы также обратили внимание на бестактность врачей. Заведующие поликлиник пообещали разобраться в этом вопросе. Коснулись и других тем. Участники встречи поинтересовались благоустройством сквера Мужества около военкомата. Сейчас рассматривается вопрос о ремонте всей прилегающей к зданию территории.